Здравствуйте, друзья. У нас небольшое такое сообщение, извещение, анонсмент. Смысл вот в чем. Понедельник, 18 сентября, в 9 часов вечера по московскому времени и, соответственно, в 11 утра у нас тут, в Калифорнии, будет прямой эфир в Ютубе с иммиграционным адвокатом Светланой Каф. Мы построим его по вашим вопросам, которые я прошу задавать в комментариях вот к этому самому анонсменту. Задавайте вопросы, и, соответственно, будут вопросы в прямом эфире тоже. Вот. Но то, что вы напишете здесь, позволит Светлане подготовиться. Мы там просистематизируем. Я подозреваю, что очень много вопросов будет либо одних и тех же, либо похожих. И вот время будет ограничено 90 минутами. То есть мы соберемся ровно на 90 минут. То, что мы не успеем, мы сделаем еще через месяц. То есть мы будем делать два интервью в понедельник 18-го и где-то еще через месяц, даты пока нет. 19-го в понедельник мы будем у меня в офисе, а через месяц мы будем в новом офисе у Светланы Каф, там пока у них они переезжают, там мебелишка туда-сюда, еще не все оборудовано. А вот в следующий раз мы поедем в офис к Светлане, снимем красивые виды там из окошечка, ну и заодно тоже поговорим вот на все эти темы. Так что вот все ли... Да, ничего не забыл. Все, друзья, считаем, что я анонсмент сделал, задаем вопросы. Счастливо!